Алиса, ужин. Меня все спрашивали, ну не все, но по крайней мере много было комментариев, что же я какие добавки даю. Я в описании к ролику дам ссылку, там добавки для людей, но они же делают добавки не для людей, а для животных. Смотри, что у меня есть. Смотри, ой, пойдем, пойдем, пойдем. Это сердечки, ты их 100 лет не ела. Пойдем. Алиса, вот что ты будешь? Тыкву печеную или сердечки? Ты что выбираешь? Я даже не знаю, что тебе предложить. Давай. Может быть, ты будешь... Давай сюда. О. Сначала, естественно, Алиса съест сердечки, которые замешаны вместе с Артемией. Как... Да. А потом уже и тыкву тоже подъест. Вчерашнюю еду не получилось у Алиски забрать, потому что она вредничает и не отдает. Я думаю, что я сделаю это завтра с утра. Сейчас я поменяю миски местами, пока барышня, да, не смотрит. Кто-то там за забором ходит. Давай, уже ужинай, Алиса. Там же твои друзья за забором. Или ты переживаешь, что они тебя каким-то образом объедят? Обязательная процедура. Надо побегать с соседским алабаем вдоль забора. Без этого никуда. Это еще меня терпит. Обычно она меня гонит в таких обстоятельствах. Говорит, ты тут не мешайся, не разговаривай и вообще не отсвечивай. Так. Вот. Но сердечки, это же гораздо лучше. Нет. У нас, кстати, пошел снег, кто не видит. Ну все, Алиса пошла на промысел. Надо все посмотреть. Вдруг чего? Так, ну-ка отстань. Ты что такая хулиганка? Меня надо за ногу куснуть, чтобы я не мешал ей соседскими собаками играться. То есть мне надо отойти на почтительное расстояние, потому что собаки соседские не играются с ней, когда я стою рядом. Ну все, ужин удался.
Ляжа ничего не прячет. Все, в здоровом теле здоровый дух, Алиса. Все, еще раз пошла смотреть.